Студенты Якутского технологического техникума сервиса начали сдавать выпускные экзамены по мировым стандартам. Такой формат внедрили в этом году в 20 регионах страны в пилотном режиме. Тем самым Якутия стала первым регионом в стране, которая проводит итоговую аттестацию по нормативам WorldSkills. Первыми демонстрационный экзамен начали сдавать выпускники по профессии повар-кондитер. Требования к ребятам на уровне национального чемпионата. Работы студентов оценивают приглашенные эксперты. Демонстрационный экзамен, он для того нужен, чтобы проверить навыки, знания, умения, навыки, практический опыт именно по стандартам WorldSkills, мировым стандартам. Ребята у нас сдают экзамен 15 часов. Они выполняют задание финала национального чемпионата 2016 года. 5 модулей, вот, из которых они 3 дня работают по 5 часов.